Еще раз всем привет, уважаемые зрители, гости канала, мои любимые, дорогие подписчики. Канал наш растет благодаря вам, благодаря вашим лайкам, благодаря вашим подпискам. Кто не подписан, ребята, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий, что происходит на канале. И сегодня в начале видео, редко мы это делаем, но сегодня вынужденная мера. Ребята, кто имеет возможность и, самое главное, желание помочь каналу материально, значит, все координаты есть в описании видео, смотрите внизу. Донат Alerts, Google Pay, PayPal, вернее, карта Сбербанк привязана к номеру телефона, и номер есть в описании. Мы хотим собрать средства на билет для этой Татьяны, потому что она не хочет возвращаться к своему сожителю. Он ее бьет, по ее словам. Вот, я звонил ему, разговаривал, он говорит: нет, я не буду ее там трогать, ничего, посади ее на такси, пусть едет, я оплачу. Но она категорически отказывается. Он сейчас позвонил, сказал, что если она не заберет до вечера вещи свои, он их просто выкинет. Короче, она остается в своем одном летнем платьице. Вот. Поэтому, ребята, я не знаю, сколько до Твери там, ну, около 1500 стоит билет. Отсюда идет электричка, прям недалеко от Савеловского вокзала, остановка Останкино есть. Вот. Оттуда идет электрон до Твери. В районе 1500 нам хватит, чтобы ее отправить. Поэтому огромнейшая просьба, у кого есть возможность и желание, все в описании. Помогите, пожалуйста, отправить человека, еще не пропавшего на улице. Вовремя, вовремя надо ему помочь, этой женщине, Татьяне. Иначе, я думаю, через 2-3 дня будет гораздо печальнее вся ситуация. Огромное всем спасибо. Маленькая нарезочка. Приятного просмотра. Смотрите, лайки, комментарии. Будьте добры, не забывайте, пожалуйста, про лайки. Это поднимает рейтинг видео на YouTube. Благодарю вас. Всем добра, здоровья. Азам. Вот смотри, как ее отправлять, блин. Сумка он валяется. Сама спит. Я посмотрю, телефон цел или нет. Телефона уже нет. Помады, очки. Все цело. Нету. Может быть, ребята забрали на сохранение. А может быть, где-то здесь у нее под одеялом. Нету. Ну, у ребят узнаю, может быть, кто-то забрал. Вот, быча. Все, пиздец, в дрова. И она в дрова. Ой, блядь, как вот ее отправлять? Теперь караулить, пока она выспится, чтобы сюда никто не пришел. Я ебать не хотел на эту ситуацию. Просто пиздец. Все, никакие. Ебать, на 3 минуты отошел, уже нету. Это пиздец. Ну вот я их вижу. А нет, не они. Где это баба? Это Таня, как вертолет, блядь. Ох и вертолет. И бычу взбаламутила. Быча поднялся. Ох и Таня баламут. Ох и Таня баламут. Здравствуйте. День. Как ваше драгоценное здоровье? Как вам сказать? Танюш, Танечка, ты можешь меня послушать? У меня телефон уже нет.
Я знаю, я проверил уже сумки, нету нихуя. Я подходил, сейчас ты спала там. Я слышал, что ты говорил. Слушай, я с ним поговорил, как бы, там все нормально. Давай я тебя посажу на такси, вызову через приложение. Он там заплатит дома. Не будет он тебя трогать, ничего. Не будет. Не будет. Я знаю, что я знал. Бля. Как ну а что с тобой делать? Ты здесь жить остаешься, что ли, да. Или что? Да? Где? Бомжевать здесь, будешь на улице? Тогда собирайся, я не знаю, сейчас денег соберу, может быть, подписчики помогут. Я тебя на электричке отправлю, тут вот с Останкино идет до Твери электричка. А, до Твери. В Твери ехать, да? Да. Поедешь в Тверь? Бля, я не могу с тобой целыми днями быть, понимаешь? Мне надо бегать. А если с тобой что-нибудь здесь случится, блядь? Ты же не можешь себя вести по-нормальному. Ты постоянно на рожон лезешь. Чайка меня знает, какая я есть. Я перепью, я охуенно. Что ты там не лезешь? Нет, ты есть. Я ой, больная. Банда. О, телефон на сохранение. Молодец, Юра. Это я видел сейчас. Собралась вся банда. О, и полицейский тоже к нам. Побомжевать, наверное, пришел. Лейтенант. Здрасте. Как ваш начало? Куда? К Леве? Опять, блядь, вот Бульба пришел и Левину начали пить. Надо, я не в том дело. Побегайте, наберите 130 рублей, осталось набрать. 130 нормальную бутылку. Не пейте вы эту хуету. Я знаю, что хуета. Ну. Хороший. Юра, суетнись, блядь, сделайте вы 100 рублей этих, ёбаный рот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. По 10 рублей, блядь, можно найти, нахуй? Я 85 но. Рублей, так кому? Тебе? О, давай. По 10 рублей, ёб, подняли. Никто ничего но. Не помнит, блядь. Я чё ты орёшь, начинаешь? Я вам пиво куплю, блядь. Сидят, никто ничего не знает. Пошли в магазин. Пиво. Кого? У тебя 40. Пошли. А куда у меня? Уйдем, бытя, давай в казну скидывай, лавэ, блядь. Я кинул, ей. Когда ты утром 12 рублей, а выпил уже, блядь, на 220, блядь. 60, откуда у тебя 65 рублей было? Из кармана. Ну, а выпил сколько? Уже проспался, проссался, блядь. Не, не обоссался. Ербан, покажи им мастер-класс, блядь. Сделай, блядь, 50 рублей. На. Соберись, тряпка. Муж ты, Танькин, или все? Она с тобой остается, все, к мужу не поедет больше. Да. Так что ты теперь в ответе. Передаю тебе знамя, блядь. Знамя революции тебе передаю торжественно. Чтобы ко мне не было, блядь, претензий потом. Да. Кто ебет, того и тапки, или как там говорится. Ну, правильно. Кто ебет, тому и мясо. Ну, или так, да. Примерно так. Все поговорки, блядь, перепутали. ЗАГС, это, Тань, ЗАГС здесь недалеко, дом 17. Расписывают. Аслан перекрестит, все нормально. Аслан Машку надо женить, она видишь, она орет. Машку в среду подстрижем. Лена Елена, которая вчера была, девушка, передавала привет вам всем.
Где, в прямом эфире? Ты не улыбайся, я. Нет, это запись. Как ты отвечаешь? Не улыбай. Саня, не баламуть народ, блядь, не пейте Левин Браун. Найдите ебаные 130 рублей. Олег, ты куда смотришь? Оставил, блядь, за старшего, только ушел кофе попить, все. Бабы с поляны расползлись в разные стороны, как тараканы, блядь. И бычу даже бы сбаламутило, ух, Таня, баламутка. Бычи бы сам хер поднялся без полянки. Скажи, вдвоем дошли. Нормально, да ты друг за дружком. Конечно, это слышишь, Олег? Олег. Да, длинный, блядь. Да. Это хорошо, что они хоть синхронно шатались, а то бы головами уебались, вообще было бы шоу. Ну возьмите их три. Я. Зачем мне три? Я? Да возьми, он сейчас их сломает, нахуй. Так, куда еще подойти? 15 есть. Вот, видишь? 15 нашел, уже он 5 переборно. Олег, ну, сделай вещи, я знаю, ты сейчас 1000 принесешь. Да. Не стемнело еще, да? Ты как сказал 1000, я смотрю на мусор, может к нему подойти, спроси. А звездочки у него не золотые? Я стрелял в мусор, и деньги давали мусора. Мы сразу, знаешь, какие бабки дают? Гаишники, гаишникам хорошо подходить. 500 рублей не меньше. Гаишники дают. Будешь должен. Да, да. 500 рублей не меньше. О, Маня кроссовочки одела. Это родственникам космоса, Царство Небесное, спасибо. Они передали. Я вчера делала, Лилия, ну одела. Молодец, молодец. А тебе я выдела просто. Ну, понятное ой, дело, порвала уже. Вот, там было уже. Ох, Танька, Танька, ёптвоя требовая. Что с тобой делать, да? Подписчики, давайте соберемся на билет, отправим ее в Тверь, пока ее тут не это... Не убили. Не растерзали на куски, нахуй. Да, все человеки уже голодные сидят, я. Ну. Пока не трахнет. Да, ну это до вечера. Сейчас, подожди, только стемнеет. Как и вы едете. А то, ребята, я и так 2 года голодный, блядь. Заебался. О, блядь, Юрок уже там. Кассует. Я не знаю. Кассует, массует. Хуяк, подоходный профсоюз, я без хуя остаюсь. 15, 8, 14, 24. Так. За сколько минут? 2 минуты. Осталось тебе отбегать еще 6 и будет сотка. Еще 6 минут и будет сотка. Не, за час сколько можно? А за час можно тут на значок, блядь, от Porsche заработать. Мы на Porsche Cayenne уедем. Ну, на значок уже за час заработаем. Почему? На лейбл. Не пейте Левин Браун, блядь. Крякните нахуй, блядь, от него. Танюш, если получится, едешь, да, в Тверь? Поедешь? Все. Уважаемые подписчики, у кого есть возможность, в описании есть все там. Google Pay, Donut Alerts, Сберкарта, привязана к номеру телефона. Все координаты есть для финансовой помощи каналу. Вот, жалко. Жалко человека просто. К этому Казаму она не хочет ехать, боится, что он ее поколотит. Но здесь ей долго оставаться нельзя. Сегодня, завтра, пару дней, не больше. Иначе она тут разорвут ее на куски. Ну-ка, скиньтесь по рублю.
А не то я натравлю. Не спи на солнышке, Танюша, пожалуйста, Танюша. Там Таня, какой тебе ласковый муж достался? Цены нету. И деньги зарабатывает. Сколько там он заработал? Сань. 150? Ну вот. Мои бешеные глаза не больше поглядят. Не за души только. Не за души. А что не надо? Маска упала это, братан. Да, ну это 5 минут. Жень. Больше не вижу. Я закончил. Прописка еще идет. Да нет, я помню прописку. Все, Таня сказала, никуда она не поедет, только в Тверь. Казаму не поедет. Так что, Юра, собирай на билет. Она уже улыбается. Олегу вот попробуй не дай. Такая рожа подойдет, да, к тебе? Как Олег. Попробуй ему не дай. А что ему надо дать? Оно и тебе страшно. Хуй знает, трясешься, ножик воткнешь или что ты дальше сделаешь. Да, серьезный человек. Платье так и не переодела. Шиворот на выворот. Переодела. Переодела? Но оно у нее так пошито. Где переодела? Вот. Переодела в пуста. Да? Прибыстки. Ага. У Олега 2 выстрела, 2 холостых. Стареешь, братишка, стареешь. Лес. Роллер. Да. Я здесь.